Дніпра, захисник команди гостей Максим Запродаєв. Макс, ваші враження від цього матчу? Хочу поздравить свою команду с победой, нелегкой победой. Отдались в четвертой четверти полностью, собрались и доволен, что мы все-таки выиграли на выезде. Благодарен будивельнику за такую борьбу. Что хочу отметить, плохой фактор – это потери. Очень много суеты было. В конце как бы начали уже немного соображать, что играть, и довели эту игру до такой, ну, победы, в общем. Таня, выйдет?